Ребят, всем привет! Вчера провел мастер-класс в йога-курорте в Лисим-Носу. Очень классное место. Мне очень понравилось. И весь ноябрь, это для тех, кто хочет очно позаниматься, весь ноябрь, два раза в неделю я там буду проводить занятия. Анонс будет. По поводу завтрашнего занятия. Завтра утром я выхожу в эфир. Пожалуйста, подключайтесь. Мы выходим с вами на новый уровень. Я откопал вот эту тетрадочку, которую вот уже показывал. 2006 тут год вроде начала записей, или даже четвертый. Шестой год. Почти 20 лет. Да? Информация актуальная про завтрашний комплекс я завтра расскажу. Это следующий уровень. Мы делали с вами такую минималочку, сейчас будем расширять постепенно и выйдем на какой-то оптимальный комплекс или комплексы, которые я буду с вами отрабатывать. По моим ощущениям, вот это хорошо забытое старое, оно новое, но чтобы вы понимали, что это такое вообще, вот эти комплекты. Есть традиционная йога. Есть учителя, есть направления. Они все были разработаны для того времени, для тех погодных условий там, и т.д. и т.д. Андрей Владимирович Сидерский, вот, когда мы с ним познакомились, начал разрабатывать новую систему. Он давно и долго к ней шел. Сейчас он ее усовершенствует постоянно. Которая бы отвечала нормам настоящего времени, то есть погодным условиям нашей климатической зоны, тому, как мы сейчас живем, и тот темп жизни, и та загруженность наша жизнью нашей. Вот, у большинства просто нет времени для того, чтобы что-то поделать и как-то позаниматься. Данные комплексы, они достаточно психотропны, психоделичны. Они работают хорошо с нашими феноменами, назовем так, ума, буддийский назвал. То есть через тело мы выходим на контроль над движениями ума. Попробуйте это на себе. Я не хочу, чтобы это было просто голословно. Подключайтесь и наблюдайте, как это все будет происходить. Оздоравливающие, там, омолаживающие и прочие эффекты, они присутствуют. Проработка внутренних структур будет мощнейшая. Вот я уже, я практикую постоянно, я на себе понял, ощутил, что мне немножечко этого не хватало. Обычно занятия я веду в потоке. И вот таких вот у меня схемочек нет. Только если я какой-то мастер-класс там готовлю, я могу схемку нарисовать. Обычно я считываю информацию в онлайн-режиме и выходит что-то, что выходит. Сейчас мы немножечко в такую структуру, я хочу структуру сделать и отработать хорошенько, прямо вот, может быть, даже до Нового года, прямо хорошенько отработать все комплекты, которые у меня были моей базой и моим фундаментом 20 лет назад. И сейчас это актуально, потому что я чувствую это на себе. Я надеюсь, что вы все тоже это чувствуете. До встречи завтра.